И действует это эффективно. Слава Богу, без сбоев. У нас нет ни одного серьезного сбоя в этой сфере. И эффективно работают и вакцины Вектора, и института Гамалея. Вопрос в налаживании массового производства. Надеюсь, что уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года.